Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. 3 декабря в России отмечается памятная дата – День неизвестного солдата. В этот день принято вспоминать российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, чье имя осталось неизвестным. Главный обелиск асбеста собрал неравнодушных граждан, чтобы почтить память неизвестного солдата. В этот день я в первую очередь обращаюсь к молодежи. Наша основная с вами цель, жизненная цель – не забывать подвиг настоящего героя, солдата, и всегда помнить об этом. Для нас это очень важно, поэтому в этот день слова благодарности, памяти в отношении всех тех, кого, может быть, мы сегодня не можем назвать, но память о подвиге будет с нами всегда. Именно 3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду у стены Московского Кремля. Это захоронение было посвящено 25-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой. У погребенного воина сохранилась форма, которая помогла определить, что он был рядовым. Каких-либо документов для установления личности при нем не нашли. В память о погибших воинах, чье имя осталось неизвестным, была объявлена минута молчания. А затем собравшиеся возложили цветы к подножию обелиска.